Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин вышел в финал азиатских игр в плавании на 100 метров брасом. В сегодняшнем утреннем выступлении он был вторым на финише, незначительно уступив китайскому пловцу. В этом виде программы выступал и Алибек Камзенов. Он стал 14-м и не смог пробиться в финал. Сегодня наши спортсмены выступают в нескольких дисциплинах, среди которых стрельба из лука, фехтование, пулевая стрельба, плавание, тхэквондо, теннис, академическая гребля и греко-римская борьба. В общем, в медальном зачете Казахстан держится в топ-10. На счету наших атлетов 3 серебряные и 4 бронзовые награды.